ЕК оценит выполнение Украиной условий без виза. Отчет будет открытым и доступным в интернете. Европейская комиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима с Евросоюзом до конца этого года. Об этом корреспонденту Униан сообщили в Еврокомиссии. Мы можем подтвердить, что мы получили от украинских властей отчет по выполнению безвиза, РЕД, который будет приобщен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года, сообщили в ЕК. Отчет будет открытым и доступным в интернете. ЕЦ. Украинцы не представляют миграционного риска. Недавно президент Украины Петр Порошенко предостерег Верховную Раду от попыток изменить или отменить законы, которые парламент принял для получения безвизового режима с Евросоюзом. По материалам сайта news.com.